Этим летом дворы Ленинского района Самары превратят в уютные зоны отдыха. Здесь отремонтируют дороги, установят детские и спортивные площадки, спилят аварийные деревья и обустроят дополнительные парковочные карманы. Местные жители проголосовали за изменения по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Преобразится и пешеходная зона на Мичурино от Владимирской до Дачной. Здесь разработан очень интересный проект, который включает в себя и воркаут для детей интересный, и установка тренажеров, и пандусы, и новые зеленые насаждения. Местные жители пожаловались главе города на лужи у остановки на пересечении Клиническое и Мичурино. Проблема возникла из-за аварии на водоводе. Сотрудники районной администрации уже устранили последствия порыва. Сейчас здесь вот замечаний нету. Супер. Жители дома на Владимирской 30 говорят, им нужна парковка побольше. Сейчас водители вынуждены оставлять свои машины на газонах. Мест на стоянке не хватает. Ну, хоть на 10 машин, да. Можно там парковку сделать. Ну, вот усилить парковочные карманы там можно сделать, там позволяет охрана. Потому что все равно машины отсюда надо с двора вводить. Зачем мы тогда благоустраиваем, если машины все равно будут стоять? В самом сердце города на Чапаевской 180 должны обновить фасад дома, установить удобные лавочки и обустроить зеленый газон. Кроме того, для самых маленьких жителей здесь поставят качели и сделают антитравматическое покрытие в игровой зоне. А здесь жители сажают цветы на газонах, они пользуются? Фасад, да. Здесь жители заказали, это, да, такие неплохие. Здесь и ветеран, кстати, у нас живет вот в первом подъезде. По словам главы Ленинского района Елены Бондаренко, управляющие компании со своей работой справляются. Дворники вовремя очищают пешеходные дорожки и кровлю. Тяжелая техника чистит снег во дворах регулярно. На замечания горожан коммунальщики реагируют практически моментально. В основном обращения были связаны с уличной дорожной сетью. Отрадно констатировать, что все замечания по обращению в Твиттер были отработаны, это зафиксировано. Летом 2020 года в Ленинском районе Самары приведут в порядок дворы и отремонтируют 53 участка дорог. Специалисты приступят к работе весной. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События.